Так, значит, начнем мы с выхлопа. Сейчас все горячее, только подъехал. Вот коллектора равнодлинные, кастомные. Вот получается. Тут у нас получается кольцо идет зажима от коллектора к трубе уже. 57-63. Трасса нержавейка 63 миллиметра. Вот второе кольцо. Тут почему такой шов? Потому что коллектор делался вообще под другую тачку. Пришлось чуть-чуть угол изменить. Точнее, ну, по-другому, может сказать, двигатель там. Ну, другие планы были. Один такой шов. Все, остальные все швы идеальные. Вот второго кольца получается. Сейчас все жутко горячее. Вот у нас идет трасса. Вот там два резонатора. После них идет X-Pipe и напрямую выходит. Вот так у нас получается сделать. Передняя часть родная вот здесь осталась. А вот это все уже новое. Полностью клокер-хольмовский порог. Тут потом, конечно, можно будет просверлить, добавить железку и вот эту затянуть крыло. И будет ништяк. Так я и сделаю. И все обработали. Все цельное получается. Трубки тоже все целые. Так, что у нас тут еще? Вот получается правая сторона. Тут вот пол вырезал. И вот так получается вышло. Сейчас темно. Вот, вот сейчас более-менее. Вот так у нас идет по низу. Масло залил в коробку и походу бежит цельного сальника. Ну откуда-то, короче, бежит. Масло залил в коробку в редуктор Shell. Вон наша новомодная кулиса Самары. Офигенная вещь, всем советую. Люфтов нет, краткоходность какую хочешь, такую и ставишь. Вот это для датчика заднего хода. Датчик я заказал, вот, вот он получается. Как пройдет, поставлю, потом разберусь, откуда масло бежит. Внизу вот фишка сейчас еще осталась, потому что двигатель когда поменяли, вот тут вот, где датчик давления в поддоне, фишка совсем другая. Ну, точнее, вот. Вот получается. Тут идет квадратно, тут закругленно. Это ничего страшного. Как масло пойдет к сроку замене, 1200 откатаю, солью, уберу и, так сказать, подыщу датчик. Резинки новые, геометрию сделал, рычаги новые. Народ, вот эти тоже новые. Вот это новая трапеция рулевая вся. И маятник. Получается, вот, ничего нигде не нету. Но есть какой-то при повороте тут спереди как бы металлический, как же это сказать, треск или что. Редуктор рулевого взялся с сервотроником, на этой неделе поменяю. Вот наши новые привода GSP на BMW E34. Вот номерок вбиваем в Емексе 25001. Выходит GSP. Снаружи, конечно, картинка обманная, но внутри привод для BMW. Это я уже сам положил литол. Тут у нас инструкция идет, типа как замену делать приводов, отдать лучше специалистам, ля-ля-ля, тополя, все как всегда. Вот старый привод. Тут еще идут новые болты.
с вот такими, ну, все как надо, полностью. Новый комплект. Вот получается. Все в масле получается, чтобы ничего не заржавело. Новые болты. Затяжка 12,9, ну 12 килограмм. Чуть-чуть на клей посажу их. Долгожданные привода. Вот наши новые привода, здесь тоже они в масле. Так что бэха заживет. Так, получается, сейчас меняю два задних рычага. Взял привозные с Японии. Машина прошла около 50 тысяч километров, там 47 с чем-то было. Снял сейчас правый рычаг. Вот он у нас старый. Тут у меня была резьба на трех болтах сорвана. Ну и сальные блоки уже были подшатанные. Вот привозные. Тут даже еще, так сказать, колодки ручника оригинальные. Вон эмблема BMW. Номер. Вон сальные блоки. Все целенькое. Вот это чуть ржавое и все. И тут даже, так сказать, родные яйца были. Вон там под маслом виднеется эмблема BMW. Сейчас правую заменю, потом левый рычаг. И потом на передних надо будет поменять пыльники. Потом еще поставлю датчики колодок назад, наперед. И натяжной ролик. Все, тачка уходит на зимнюю спячку, так что ждем весны. Все, аккум сняли, забираем домой до весны.